Памятник великому русскому поэту Михаилу Лермонтову установили на улице Льва Толстого не случайно. На этой территории, по словам краеведов, в XVIII веке находилась усадьба Александра Алексеевича Столыпина, родного брата знаменитой бабушки Лермонтова Елизаветы Алексеевны. Именно она вырастила и воспитала внука. Поскольку его родители умерли рано, когда Миша был совсем маленький. Елизавета Алексеевна очень часто вместе с внуком приезжала в Симбирск погостить у любимого брата. Доказательством того, что Лермонтов здесь был, служит его поэма «Сашка», где он подробно описал симбирский венец, а также его рисунки в альбоме Владимира Поливанова, владельца усадьбы Акшуат. Главным инициатором установки памятника Лермонтову выступил краевед, доцент УЛГУ Сергей Петров. И вот сейчас радостная такая тема, это все-таки увековечение места, где бывал Михаил Лермонтов. У меня в этом месте с бабушкой и со всеми родственниками, вот это очень радостно. К сожалению, вот дом, я уже сказал, дом сгорел в 1864 году, иначе бы здесь лермонтоведение выглядело бы совершенно по-другому. Бюст изготовили в скульптурной мастерской в Краснодарском крае. Памятник был передан в дар городу по проекту «Аллея российской славы». По всероссийскому проекту они передают бюсты школам, училищем. И, так сказать, наш бюст получен третьей гимназии в дар нашему городу. Но поскольку около третьей гимназии более достойного места нет, вот все совпало. Желание жителей облагородить сквер, возможность получить гимназии бюст, ну и желание города обустроить данный сквер. По словам заместителя главы города, после установки памятника сквер будут благоустраивать и развивать. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости Ул Правда ТВ.